могу! Трума! Брат, справа! Подожди!
После нашей встречи многое изменилось. Тогда я был с ногами.
Это Дельва! Yeah!
Осторожно! Мелкий уродец. Ну, он стал драконом, а характер не изменился.
еще имя? Гейрдрифул. Еще одна валькирия. Это не совпадение. Но кто вырезал их на светильниках Тюра? Что Один был мужем Фрейи. Любовь и ненависть переплетены так тесно. Вот смотри, Один ненавидит великанов, а они его. Но мать Тора, великанша Йорд, была истинной любовью Одина. И Тор полубог, полувеликан? Странно. Йорд не стала. Один много веков провел в одиночестве. И когда разразилась война с ванами, я знал, что кроется за его правами. В результате долгих уговоров Фрейя согласилась. Поначалу Один пустил в ход обаяние. Казалось, он счастлив и хочет сделать ее счастливой. Он исполнил столько ее желаний, я всех и не помню. Воцарился мир, и я поверил, что все получилось даже лучше, чем я планировал. Но в итоге Один показал свое истинное лицо. Он завоевал доверие Фрейи, и она обучила его магии ванов, о чем потом горько жалела. Увы, несмотря на все старания мудрого советника убедить его, что только мир позволит отдалить Рагнарёк, Один так и не расстался с идеей захватить Йотунхейм. Познав магию ванов, он устремился к новым экспериментам и новым злодеяниям. Ого, их тут два, и они огромные. Почему они не двигаются? Здесь можно высадиться.
Отлично! Внизу что-то есть. Thank you.
Атрей, за мной. Уже иду. Ясно, что брак с Одином долго не просуществовал. Но как Фрейя оказалась в лесу? О, это была запредельная жестокость, даже для Одина. Будто брак с ним не был карой. Фрейя обошлась с ним лучше, чем стоило бы. С ним она прошла через все возможные унижения ради мира и безопасности своего народа. Но безумие Одина, его деспотизм, его мерзкие фокусы с ее магией переполнили чашу терпения Фрейи, и она ушла. Один был в бешенстве. Его проклятия оказались даже хуже, чем она боялась. Но ее магия была сильнее. Они так долго были вместе, он знал все ее слабые места. Именно по ним били его проклятия. А, например, невозможность покинуть Мидгард. Он лишил ее всех боевых способностей. Фрейя больше не может сражаться, даже защищая себя. Она никому не может нанести вреда ни клинком, ни чарами. В этом жестоком мире ей остается только изгнание. Бедная Фрейя. Я на ее месте тоже бы плюнул тебе в лицо. Да, парень, я бы тоже. Можно причалить здесь.
да? Лучше.
Минир, я видел гробницу с изображением великанши с множеством книг и видений. А, это охранительница знаний Гроа. Она была сильной чародейкой, собравшей все книги с тайными знаниями в надежде достичь такой мудрости, чтобы найти своего пропавшего мужа Аурванделя. Но муж не явился ей в видениях. Вместо этого Гроа, которой никогда не было равных в даре предсказания грядущего, увидела Рагнарёк. Конец и начало всего. Когда об этом пророчестве услышал Один, он решил заполучить знания Гроа в своих корыстных целях. Один часто пользовался услугами Гроа, и та встретила его в своей библиотеке как доброго друга. Провидица не знала, что именно Один стоял за исчезновением ее мужа. Он использовал чары, чтобы скрыть его гибель от рук Тора. С улыбкой завистливый Один схватил ее за горло и забрал у Гроа не только библиотеку, но и жизнь. Я знал, что Один плохой, но чтоб настолько? Подлость, варварство, жестокость. Да, это все Один. Предлагаю посидеть пару минут в тишине и поразмышлять о его чудовищной злобе. И вот. Подумай еще. Ugh!
Кажется, я учусь.